один механизм мы предлагаем запретить онлайн-кредитование, потому что вся вот ситуация, которая сегодня складывается с нашими гражданами, показывает, что никакие меры не действуют. Вот они ввели биометрию, это надо было сделать еще вчера, когда не было искусственного интеллекта. Сегодня искусственный интеллект уже опережает, поэтому даже вопрос по биометрии защитной никак не поможет от того, чтобы на наших граждан не вешали кредиты. В августе месяце было почти 7 миллиардов. Проблемных? Вот это не проблемных, это то, что вот навешали на наших граждан кредитов. Мы в регионы ездим, знаете, там больно смотреть на то, как люди там плачут, потому что вот кредиты навесили, им надо выплачивать. Это мошеннические, и нет, да? И нет никаких, это мошеннические все, и нет никаких механизмов защиты. Мы можем принимать кучу законов, мы можем там до расстрелов доводить, но я вам привел статистику, сколько доходит туда, сколько нет, и сколько еще за пределами страны находится. И нет ни одного случая, по крайней мере, мы не знаем, за утечку вот этих данных кто-то понес ответственность. Мы не знаем случаев, когда сотрудников банков или других микрофинансовых организаций привлекали к ответственности. Поэтому надо просто убрать вот это онлайн-кредитование. Физически должен человек прийти и там подтверждать, что он берет кредит. Но вопрос поднимается давно, но тем не менее никак не может решиться. В чем проблема? Проблема в том, что просто принять решение, я думаю, что это все в интересах банков. Для банков это выгодная такая ситуация, они ничего не теряют, они с людей потом просто вытаскивают вот эти кредиты, которые они брали с процентами. Это все в интересах банков.